Итак, всем привет! Сегодня у нас небольшая посылочка с AliExpress, но, как я понимаю, посылка пришла не с Китая, а пришла с Эстонии. Каким образом она пришла с Эстонии, я не понимаю, хотя заказывается это на AliExpress. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что у нас там приехало внутри. Скорее всего, что приехали там у нас, супруга себе заказывала. Сейчас я попробую сначала открыть. Вот, да, приехали нам эстонские маска. Значит, супруга заказывала маску одна. Да, написано маск. Маск одна штука. Одна карнавальная маска. Я не знаю, зачем она ей нужна. Значит, по этой маске, как я понял, будут выкладываться другие маски, делаться... Короче, я не знаю, как оно правильно называется, но как будто бы с бумаги папье-маше выкладываем, да? Потом эту маску основную снимаем, украшаем ее, делаем какие-то там рисунки, ну... По-моему, так. То есть эта маска нужна как основа, на которую потом все будет наклеиваться. А потом все сниматься, и уже будет готовая маска, сделанная. Это сама основа. Ну, вот такая нам масочка приехала. Ехала она, кстати, очень быстро, меньше месяца. Единственное, почему я не понимаю, почему она доехала с Эстонии. Позвонили с почты, сказали, к вам приехала посылка Эстония. Думаю, Эстония, не Китай. Странно. Вот, значит, в принципе, вот так. Получилась она с доставкой $1. Блин, да что здесь $1, я не знаю. Маска целая, не треснутая, поролон запакованная. 0,47 грамм. Ну, в принципе. Ну, вот как-то так. Короче, суть дела такая. Заказывалась на Алиэкспрессе, приехала с Эстонии. Может, кто знает, почему вот так. Напишите в комментариях. Ну, всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем.